Сыворотки или масло для волос. Оба этих средства несмываемых. Сыворотки чаще всего служат у нас для того, чтобы напитать волосы и сделать их более послушными, гладкими, также чтобы они хорошо у нас укладывались впоследствии. Я очень люблю использовать масла и обязательно их использовать только на кончики волос, чтобы опять же сделать волосы более структурированные и чтобы кончики волос смотрелись у нас ухоженными. Такое средство нужно носить буквально горошинку, потому что с ним очень возможно переборщить, и ваши волосы будут выглядеть жирными. Поэтому вот такой буквально капельки будет хватать для того, чтобы этот продукт распределить на все волосы. Как использовать? Я рекомендую всегда использовать на мокрые и влажные волосы. Ну, если, например, в течение дня или после укладки, так скажем, на плойку или на утюжок вам показалось, что волосы сухие, вы можете как раз эту горошинку еще раз дополнительно распределить по всем волосам, и эффект вам очень понравится.